Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним задание Unit 1, часть 1, Section 2, раздел 2, Exercise number 24, упражнение номер 24. Help the donkey to find his favorite season. Tell him what you will do next year. Next winter, next spring, next summer, next autumn. Помоги ослику найти его любимое время года. Расскажи ему о том, что ты будешь делать в следующем году, следующей зимой, следующей весной, следующим летом и следующей осенью. Example, пример. I will make a funny snowman next winter. Я излеплю смешного снеговика следующей зимой. Итак, все предложения мы должны построить в Future Simple, в будущем времени. Для этого мы будем использовать вспомогательный глагол will. Буду. Перед основным глаголом. Итак, начнем. Первое предложение. Например, я буду играть в бадминтон с моими друзьями следующей весной. I, после него ставим вспомогательный глагол будущего времени, will, основной глагол, play, badminton, with my friends, когда? Next spring. I will play badminton with my friends next spring. Я буду играть в бадминтон со своими друзьями следующей весной. Второе предложение. Я буду нырять и плавать следующим летом. Снова вспомогательный глагол I will. Основной глагол dive and swim. Next summer. Следующим летом. I will dive and swim next summer. Третье предложение. Я буду играть настольный теннис следующей осенью. I will play table tennis next autumn. И последнее, четвертое. Я буду кататься на санках следующей зимой. I will toboggan next winter. Прочитаем еще раз все предложения. I will play badminton with my friends next spring. Я буду играть в бадминтон со своими друзьями следующей весной. I will dive and swim next summer. Я буду нырять и плавать следующим летом. I will play table tennis next autumn. Я буду играть настольный теннис следующей осенью. I will toboggan next winter. Я буду кататься на санках следующей зимой. Задание выполнено. Если хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал и на наши группы в социальных сетях.